Рецептов много, средство одно. Башкирский мед вновь в Йошкар-Оле. Пасека Монастырская, как всегда, привезла в столицу Мариэл вкусное лакомство. Здесь можно не только попробовать, но и приобрести мед, собранный в экологически чистых районах нашей страны. Как поддержать организм школьника в конце учебного года? Среди народных рецептов есть и такое. Ложку меда разбавить в стакане теплой воды. Такой нехитрый коктейль выпивать нужно натощак и на ночь. Ну а маме ложечка меда вместо десерта поможет сохранить фигуру. Натуральный мед – это не просто лакомство с многовековой историей. Это настоящая кладовая здоровья с полным набором микро- и макроэлементов, аминокислот и витаминов. В народе говорят, мед из акации хорош для ясного зрения, боярышниковый для сердца, гречишный обновляет кровь, липовый – природный антисептик. Цветочный нектар придает меду лечебные свойства тех растений, из которых он собран, и свой особенный оттенок вкуса. Особенно вкусным считается первый майский мед. На нашей выставке представлено около 30 сортов меда. Классические сорта, такие как липовый, гречишный, луговой, донник, боярышник. Есть лечебные сорта меда. Это мед с прополисом, с маточным молочком, с пергой, с пыльцой. Элитные сорта меда, такие как с кедровым орешком, женьшеневый мед, мед дягилевый. И в том числе представлен свежий майский мед. Он богат витаминами, минералами, микро-макроэлементами. Очень полезен для здоровья нашего и долголетия. Настоящая сокровищница – это продукты пчеловодства. Перга, пыльца, горное мумиё, маточное молочко и сбитень. Кстати, сбитень – это старинный напиток из воды, меда и пряностей, в число которых нередко входили и лечебные травяные сборы, которые помогали укрепить иммунитет. По соседству с медом на выставке продажи конфитюр – земляничный, черничный, облепиховый. Наименований не один десяток. Конфитюр – это ягоды, бланшированные на пару в собственном соку, с добавлением полезного для желудка и иммунитета пектина. Станут они отличным дополнением к семейному чаепитию. Еще один продукт представлен на нашей выставке. Подсолнечное нерафинированное ароматное масло. Придется по вкусу любой хозяйке. Один из сопутствующих маслу продуктов – это халва. На прилавках можно найти как классическую подсолнечную, так и кунжутную и арахисовую халву. Посетить выставку продажи меда из Башкирии и конфитюра от пасеки Монастырской можно в ДК имени Ленина по адресу Машиностроителей 22А. Продлится она до 28 мая. Время работы с 10 утра и до 7 часов вечера. И еще приятный сюрприз. Покупателям банка лугового меда в подарок. Подробности у продавца-консультанта.